Строительство сразу двух школ началось в Тюмени. Сегодня забили первые сваи. Одно из учебных заведений появится на улице Менделеева в третьем тюменском микрорайоне. Здание рассчитано на 1200 учеников и будет состоять из трех блоков. Кроме стандартных кабинетов, актового и спортивного залов, здесь запланированы классы для хореографии. Также инфраструктура предусмотрена и на пришкольной территории. На улице предусмотрена площадка под сдачу ГТО с небольшой полосой препятствия. Абсолютно есть новая площадка запланирована. Это баскетбольная и волейбольная совмещенная. И есть отдельная прыжковая зона. По аналогичному проекту началось строительство школы в 4-м Заречном микрорайоне. Это жилой квартал Европейский. Но в отличие от площадки на Менделеева, здесь специалисты отмечают специфику грунта. Грунт насыпной, под насыпным грунтом болотистая местность, суглинок и глина, поэтому проектом предусмотрены 16-метровые сваи, чтобы здание было стабильно и не было осадок. Сдать обе школы планируется в 2021 году. Всего же в Тюменской области в рамках нацпроектов до 2024 года будет построено 58 школ и 26 детсадов.